Чемпионат Европы проводится в живописном месте. Остров Маргарет с той и с другой стороны окружен Дунаем. Посмотреть команды приходит не только праздный люд. Фамилию и имя этого репортера коллеги моего возраста услышали, наверное, еще в школе. Тенгиз Пачкория решил на минуту оставить политическую журналистику и поболеть за водное поло. Наша сборная впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы, в постсоветский период имеется в виду. И сборная Грузии является дебютантом. Конечно, мы не претендуем сейчас на какие-то медали, но надеемся, что 19 числа с командой России будет интересный, спортивный и результативный поединок. У вас с Нового года сережки остались такие, которые... Это не сережки, это шарики от новогодней елки, которые я ношу в течение всего года.